смысле, какая-то... Я собака, ты ботат. Ты собака, я ботат. Ты на стриме, я в Ютубе. Все, не встретимся никак. 4221 капоприде. Что ты наркоманишь? Спасибо за 500. Так, трейлер маски, хорошо. Что-то так тупо было. Сейчас мы нажмем вот здесь рычаг, и никто ничего не испугается, если внезапно вдруг что-то произойдет, хорошо? Оно вообще... Заговорился. Кто сказал, что тут нет никакой комнаты? Ох и чат. What the fuck? Боже, охереть. Что? Лол? Вот это вин. Боже, какого хера? Что наушники уродливые. Они не уродливые, они просто объемные, но они очень мало весят. И звук в них дикий. А уродливый ты. Настолько годный хоррор, что даже свет в комнате выключить боюсь. Не бойся. Я тоже боюсь. Лампа, которую можно зажечь. Ключ находится... Я вижу ключ! И ключ где-то там. Чтоб ты всрался! Страшно. Awesome не бойся, стрэнджер. Принял. Что ты принял там? Мне надо отсюда уходить, по-моему. Двойным нажатием Enter, Даш. Ага. Спасибо, Дима. Ну ладно, один раз нажми. Я говорил, да. Надо было Enter попробовать. Наш человек. Добро пожаловать на что это такое? Как оно работает? Продолжайте, продолжайте. Типикал. Вообще. Не удивлю. Подожди. У тебя есть ковровая бомба? Ковровая. В смысле, зачем она мне? Ну, ее за бомбануть. Да бомба ничего, как это. Да я, ты арестован! Блять! Прическа высокая! У тебя такой, как у Эс Вентуры сейчас, короче. Блять! Не-не, она как в этом, как карты деньги, два слова, короче, прическа афро прострелили. Какого? Не получится. И пробил, Артур. Сейчас я... Сейчас тебе будет пробел! Ты хочешь пробел, будет тебе пробел! Ветер в моей упоре. Такая упоре. Ярость именно, это писец. А вот и Джонни, бля! Все, всех убил. Всех один остался. И умерли они в один день. Я победила! Какой победила, умри! Ай, жесть. Ветер же налево был. А кто победит? Победил катер. Я на первом месте. Да, да. Боже. У меня больше всего урона. А, нет. Я ничего не хочу сказать, но я лучший червяк. А я лучший червяк. Ну, это понятно. Конченная фантазия 7. Вот типа Final Fantasy 7. Когда пораньше нажимаешь, оно проходит. Когда нажимаешь вовремя, оно не проходит, и ты не успеваешь. Да, вот о том и прикол, ну хер знает насколько. Одна фантазия охуительнее другой. Макс! Макс! Ладно, снимайте, я не помню. И мисс Кэти. Я засчитываю это, потому что зовут его Макс. Макс Рокотанский, его зовут Смитер, засчитываешь. Это ты с Рокотан, понял? Он не знал, а я бы отгадал. Знаешь, его Макс Рокотанский зовут. Внимание,
Вопрос был, как зовут, а не как его полное имя. Ответ. Тебе, может, его, блин, еще и на нет тоже дать, да, и типа адрес. Естественно, в Mad Max его зовут Макс, а имя и фамилия. Спросили, как тебя зовут. Он говорит, Рокотанский. Говорит, дебил, говорит, фамилию не просили. Говорит, он такой, ну меня Рокотанский зовут. Базара нет. Он говорит, тебя зовут-то как? Он говорит, Рокотан. Я против. Что там, блядь, второй раз какой-то самосуд. Серьезно. Подливаем маслице. Мне кажется, они поссорились. Я против. По столу походи, расслабься. Нужно поменьше. Так. Архитектуру не трожь. Нужно поменьше архитектуры. Я не знал, что выбрать. Блять! Знаешь, вот мы с тобой два горемыки таких конченых, да? Ты не можешь обойти ящик, потому что у тебя 20 ECQ. А я не могу перешагнуть стул, потому что у меня 18 ECQ, да? И вот стоим мы с тобой, типа, хоть обнимайся, блин, и плачь от тупости своей. Ну чё, я типа рип, я тут ничего не сделаю, потому что ему плевать на мою религию. Это точно Тёма, да? Чат, приготовься, сейчас будет скример. Ты же понимаешь, что так просто ничего не дается в этой игре. Блять, не... Блять, твою мать! Отойди! Отойди, твою мать! От... Да, блять, я застрял. Отойди! Четыре дня назад, посмотрите, оно все еще стоит. Капец. Мама, я охотник за привидениями. Подожди, это было полезно, потому что мы увидели с вами, что здесь есть коробка, верно? А внутри коробки... Ничего нет. О, боже мой. Блять, вообще не пугает. Эй, не туда, кому? Абсолютно. Артефакт. Маска. Так, тихо. А, все. Нормально. Я ожидал этого, что характерно. Блядь, это что, твою мать? Ой, ладно, ну нахуй. Короче, блядь, я просто... Это стыдно, да? Я так не орал уже давно, как на последних хоррорах. Чё за нахер? Старость, что ли? Чат, прости. Я знаю, что я не добился многого, но мне... Нужно сохраниться. Так, спокойно. Боже, мне так спокойнее. Артур бегает от Тани в лучшем хорроре за последнее время. Это правда, да? Это правда. Чат, не ведись. Ясно. Или я как тебе не стыдно? А, вот оно что. Это не арт, просто поржать кинул. Поржал, смешно, все, до свидания. Да что ты, Дима, смешно тебе, да? Это типа фотошоп, я не понимаю, о чем вообще в принципе разговариваю.
Твою мать. Так, новые наушники и новая надежда. Нормальные наушники, нормальная надежда.